Мишка Фредди представляет. Пять ночей у Фредди. Крушение. What are you leaving us? Да, потому что я же сказал побыть немного в Новой Зеландии, и потом мы уплывем домой. Ладно, короче, пока вам, англичанины, нам пора домой. Goodbye, scrap metal. Ребята, только самое главное, у нас еще сегодня 23 февраля, и сегодня у нас наш праздник. Чика, только у тебя нет калашара. Как калашара? Когда будет 8 марта, мой будет сказать, а у вас нет. И... Ты мне еще покажи, Мишик. Ну ладно, прошу прощения, то, что тебя пока назвал калашарой. Ладно, короче, это наш праздник. Ладно, праздник. Ладно, короче, ребята, на пора домой. Где-то в океане. Ладно, все, давайте обратно в осибом плыть. Что? Видите тут айсберг? Какого фига? Мы же врежемся и утонем, отключимся и сдохнем. Ой, ребята, мы уже почти к айсбергу. Поворачивай. Я не умею. Это тормози. Блин, мы влезешь. А почему корабль не двигается? Эй, двигайся. Послушайте, кажется, мы начинаем тонуть. Бежим туда, пока мы чуть не сдохли. Без паники, мы не должны сдаться. Просто мы улетим. Вот, Бонни, только тебе повезло, что ты тут нашел маску. Я же везунчик. Вот тебе везунчик. Что? На нас летит метеорит? А, Фредди, проснись. Что ты так меня пугаешь? Тут метеорит летит. Чика, ты это видишь? Да, я это вижу. Нет, сейчас или никогда. Что? Я говорю, что сейчас или никогда. Ничего не слышу, только слышу двигатели наши. Я сейчас тебе скажу, сейчас или никогда. О нет, метеорит упал на наше крыло правое. Полностью я не удержусь. А, ребята, я улетел от вас. Держись! Не могу держаться. Нет, Фокси! Нет! Я куда мы падаем? Мы на Титаник падаем! Ребята, что мы будем делать? Мы все утонем. Смотри! Какой-то самолет у нас летит. Нет! На помощь! Прощайте, мы тонем! Мы тонем! Вода нас достает! Ужас! Кошмар! Где-то под водой.
конец второго сезона.